Новость о том, что мусор из Москвы, который не принимают другие полигоны, привозят в Касимов, в апреле прошлого года подняла волну возмущения. Местные жители заметили мусоровозы с московскими номерами. Ну, это московская компания. Вот приехали к нам, потому что их не пустили на полигон. Вот. Мы пошли навстречу, чтобы мусор не был выкинут в лес или куда-то еще. Мы лучше приняли его на полигон. Это разовая сделка. Договор был заключен на один день. Вот. Мы приняли мусор, но тем самым пошли навстречу людям. Вот, и как бы все сделано на законных основаниях. По факту произошедшего природоохрана и прокуратура начала проверку. Было установлено, что отходы размещались на свалке, которая эксплуатировалась с 2014 года, а на тот момент уже была закрыта. Для утилизации был построен новый полигон. В ходе проверки было установлено, что там на этом полигоне размещается более 50 тысяч отходов производства и потребления. Прокуратура внесла представление в адрес администрации города и юридического лица с требованием провести рекультивацию этого участка. Длительное время представления, требования, указанные в представлении, устранены не были, в связи с чем природоохранная прокуратура обратилась в Касимовский районный суд с требованием к администрации города Касимова и юридическому лицу, которое ранее осуществляло эксплуатацию, вот, рекультивировать данный земельный участок от отходов производства и потребления. Требования прокурора суд удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».